Это делал именно для нас шеф-кондитер. Вообще хрень. Как будто коза прям принесла этот чизкейк. Да. Еще целый его надо съесть, не... Да, это, наверное, самое прикольное. Вкусно, да. Смотри, переоборишься быстро, а? Простите, мое почтение. Господи, дайте мне джему к этому всему. Всем привет! Вы на канале «Все к столу». Многие просили вернуть Катю в эфир. Возвращаю! Снова в гостях у нас Катя Бельчик, и мы сегодня пробуем что? Хлопковые чизкейки. Оля, я тебя сразу спрашиваю, ты пробовала в жизни хоть раз хлопковый чизкейк? Свой домашний пробовала, в кондитерских еще не покупала, не очень-очень хочу попробовать, прям не терпится. Честно говоря, я тоже только на картинках видела, на видео на ютубах, там вот эти вот всегда азиаты, они так кропотливые, красиво это готовят, я просто в восторге, такие, знаешь, всегда такие эстетичные девушки, у них все поднялось, корочка зарумянилась, ты думаешь... Я точно так не смогу. Давай сегодня хоть попробуем, что это такое. Поделимся, какая кондитерская нам больше всего нравится. Да, к сожалению, всего три. То есть, ну, мне кажется, это не предел. Мне кажется, будут как-то развивать. Прям реально всего три в Москве? Да, еще есть один японский ресторан. У них на сайте висит, что можно заказать. Звонишь, они нет, мы не делаем. А может, не зря не делают? Может, потому что не так вкусно? Ну, либо не вкусно, либо все-таки в России не зашло. А после нашего обзора так вообще, Оль. Я даже не представляю, вот что мы будем ощущать. Вчера приехал горяченький ко мне. Как ты удержалась и не съела? Я не знаю, такой аромат стоял в моей квартире. Оль, состав. Да. Сыр творожный, яйцо, молоко, масло, сахар, мука, ванилин. Господи, все так делали, а? Такие составы. Реально, больше ничего. Реально, ничего. Вообще такой он пышненький, смотри-ка, да? Ровненький. Стеночка беленькая, шапочка аккуратненькая. Так, а что? Ой, какой он пушечный! Слушай, смотри, у них есть печать. У них на всех, кстати, чизкейках. Ну, такая она же не сильно выше. Да, размазня уже печать. Режем. Не слышишь, как лопаются пузырики? Хруст безе. Не слышу хруста безе только. Чуть-чуть, кстати, слышно, как они лопаются, мне кажется. Слышишь? Такой звук. Да, прям. Ой, он прям такой пупсичек. Достаем. Реально, как вот как из видео в Ютубе. Не верится, да, что у них состав такой простенький, нет никаких даже разрыхлителей. Оля, мне не верится, что наконец-то ты приготовила то, что хочется съесть, а не какие-то веганские десерты или из азбуки вкуса дорогие панкейки невкусные. Я благодарю тебя, вот угощаю тебя вилочкой. Я намек поняла. В следующий раз будем продолжать тенденцию и тебя радовать. Ну что, похоже на что? На запеканку? Ну, на запеканку, да. Похоже очень. Такую воздушную. Ты уголочек? Вообще, я кстати, я читала. А, уголочек, чего? Кушай, кушай. Я тебе уступила, считай себе. Слушай, а там рикотты нету? Похоже, да, очень молочный, очень сильно молочный вкус, да? Как будто молоко. Блин, ну это рикотта. Кислости нет. Как будто там даже маскарпоне, да? Очень такой сливочный вкус, не крем-чиз, который с кислинкой. Да, больше такой, знаешь, что-то вот даже и омлетом каким-то, вот, ну... Даже как будто мороженое, но какое-то вареное мороженое. Ну вот молочное, я чувствую очень много молока. А я вот просто рикотту, которую я терпеть не могу. Слушай, я вот просто на него смотрела и подозревала, что там будет внутри, ну, что-то, ну, прям максимальное, вау. А это такое, ну... Но чувствуется, как лопаются пузырики, прям я да, текстура хорошая, да. Все. Но вкус... А что тебе по сахару, кстати? Мне даже сладко даже. Даже сладко? Хотя он считается японский, да, чизкейк, он именно этим и отличается от классического, что там пониженное содержание сахара. Мне вот здесь показалось, что он такой, знаешь, немножко пустоватый вкус. Он по факту и не сладкий, и не соленый, ну, да, какой-то да. Вот, ну да, вот, наверное, какой-то молочный.
Запеканка без кислинки. Вот, это вот, вот это хлопковый чизкейк. Это точно таким должно быть? Вот мы сейчас с тобой узнаем. Ну, честно, я такое, я молоко вот прям вот, когда чувствую молочный привкус. Как будто коза прям принесла этот чизкейк. Да, мне знаешь, что напоминает молочный суп в детстве? Помнишь, такой с лапшой? Ой, нет, это я любила, это извини. И запеканку с киселем творога. Все мое. Ну, короче, не вау. Я даже не знаю, вот, что бы я взяла, решила бы взять такой... Еще целый его надо съесть, не... Ну чем-то либо поливать. Вот я хотела сказать, если вот там джемчик какой-то. Да, джем, карамель, не знаю, что угодно, но лишь бы просто вкус, вкус дать придать. Вот безвкусно. Кстати, вот правда, почему они печатаются? У них вот в этом их фишка даже, японских бисквитов, это они раскаленным, что это, штамп, да, раскаленный делают, отметины. Тут почему-то вот ее даже и не видно. Да. Что они нам с тобой дали тут, значит, поиграть в Да, они нам подарочек дали. Слушай, ну прикольно. Да, ты же знаешь, как это легко делается? Ну давай, покажи. А, нет, не как легко играть. Да, сахарная, скажи мне, масса, такой сироп засахаривается, разливается и делается. Нет, еще один ингредиент. Сода. Ну, я думаю, что деревянной шпажкой это сделать просто Андрей. Да. Во-первых, у нас Оля уже сломала, она уже в пути, видимо, пыталась. Ну, я сломала аккуратно. Прошу заметить. Может быть, ту-ту-ту-ту? Нет, так не получится. Смотри, ты сейчас делаешь, смотри, тебя выстреливают. Не надо в меня выстреливать. Ой, получается, я на каждый раз буду говорить. Все, выстрелили. Только руки перепачкал. Ну, это просто... Это очень вкусно. Жонка, как у детства. Когда подарок вкуснее, чем сам чизкейк. Ну, в общем, чизкейку мы ставим. Очень вкусно. Он как бы и неплохой, но и нехороший. Такой, да, среднячок. Для Давай? Меня это прям вот голимое молоко. Оль, а ты не думаешь, что мы просто завысили ожидания? Что хлопковый чизкейк это и есть запеканка? Что-то божественное. Да. Да, конечно, завысили, потому что ну, изначально даже его придумывали японский чизкейк как аналог немецкой запеканки. Поэтому творожной запеканки немецкой, то есть там японский шеф-повар вдохновился, сказал, как вкусно, сделаю-ка я что-нибудь подобное и придумал японский хлопковый чизкейк. Поэтому, конечно, да, это творожная запеканка и не надо ждать от этого высокой кухни, скажем так. Ну давай попробуем второй из ресторана, может быть. Из ресторана, из японского, как он называется? Вот смотри, как здесь четко. Изуми, тут на нем прям даже и печать. Режем. Чуть жестче режется. Тот был прям вот, его даже видно, что он очень нежный. Видно, что очень плотный. Такой больше все-таки. Во, даже смотри, у него даже другая текстура. Да, текстура другая. Прям видно, что она плотная. Теперь мой уголочек. Ой, слушай, ну прям... Как у тебя вилка прям зашла так плотничково. Ну, что тебе? Интересно, что у него за состав? Там маскарпоне в них. И сливочный сыр, и маскарпоне. Господи, дайте мне джем к этому всему. А ты почувствовала внутри какую-то, не знаю, мне какой-то... Это бисквит. А это прям бисквит. У меня, слушай, я не понимаю. Сейчас скажу, вот ты добей, что это такое. Ни розмарин, ни тимьян, ни тархун. Что-то какая-то как специя. Я тебе скажу. Они просто добавили ароматизатор. Я прям, это просто ароматизатор, и все. Вот просто у меня как будто какая-то специя идет, но она мне неприятная. Я не понимаю, что это за специя. Это еще хуже, чем прошлый. Это бисквит, да? Он такой, да, прям, как будто бисквит. Бисквит, просто влажный, как будто бы его с чем-то отсыревший, короче, какой-то бисквит. Да, первый был именно такой молочный больше, да, здесь вот ну, больше тесто именно чувствуется. И такая текстура какая-то, как недопеченный, знаешь, такой флан. Mm-hmm. Что-то общее между фланом и манником. И манником, точняк. Я еще хочу внешний вид немножко обсудить. Да, давай. Потому что вот он плотный, говорю, вот как вот реально, как недопеченное что-то. И мне кажется, вот эта плотность, потому что он немножко стал гармошкой, и это все дело утрамбовалось и уплотнилось. Посмотри, здесь какой идеальный. Здесь как грибочек, да, получился шапочка у него, а здесь она вот кругленькая. То есть, да, если говорить про идеальный чизкейк японский, как он должен выглядеть, это не идеально, здесь гармошка. А вот это вот... идеальный. Это... Внешний. Да, да, внешний, да. Вы сейчас зашли прям в сам Кремль, да? Там две красные, зеленые крыши, да? Вот так вот. Идите. Я все ждала, что нам доставят теплый
Рисли, последний чизкейк. А почему у тебя две коробки там? Сейчас узнаю. Понимаешь, Катя, в какое время мы живем? Фисташковый ты заказала. А, я взяла два, точно вспомнила. Слушай, видишь, сколько курьер прокурила в этот пакет? Вот у меня вопрос. Да. Так, ладно. То, что есть возможность уже заказывать доставку вообще из любого ресторана, это уже, мне кажется, это очень круто. Да? И даже на такси тебе могут привезти. На такси? Ну, ты... А, ты же в лобзе. Расскажи, как вы с мечей живут, пожалуйста. Что у вас за доставка на такси? Расскажи, пожалуйста. Вызываешь такси, так. Отмечаешь доставка. Ты же видела, там сейчас можно... Сколько вариантов доставки у нас? Детское такси, грузовой, трезвый водитель. Майбах хочешь к тебе приедет. Знаешь, я говорю, единственное, что еще не хватает для людей с ограниченными возможностями сделать еще одну графу, и тогда, мне кажется, все заходит. Состав будешь читать? Читай. Творожный сыр, ну, сливочный сыр, куриное яйцо, сахар, понятно, молоко коровье, мука пшеничная, масло сливочное, ну, собственно, и ванильный экстракт тут, не ванилин. Это плюсик. Плюсик, да, сок лимона, смотри, они даже туда. А, кстати, они продаются во Вкусвилле. Или как раз вот этот чизкейк Себастьян, да? Или правильно? Себастьян, в общем, вот с этой вот коричневой корочкой, его тоже можно найти во Вкусвилле. Реклама Вкусвилла такая непрошенная. Ну, я к тому, что можно его найти не только у них в кондитерской, то есть у них есть поставки. Ой, какой пирожок! Какой пирожок! А вот смотри, здесь, в принципе, вообще все идеально. Давай его достанем. Ну, тоже не теплый. Вот смотри, кстати, вот эти флуфи-флуфи единственные, кто привезли мне. Привезли его горячим. Угу. Единственные. Но опять-таки у них непрерывное производство. Тоже скукожился. Тоже есть дефект, скажем так. Ну давай режечь. Так. Тоже это, слышишь? Да. Лопается. Лопаются пузырики, да. Там ничего не лопалось у нас. Суховатая прям корка выглядит. Я вижу, да. Прям очень как сухая. Будто бы много муки. Да. Ну, что там? Не знаю пока. Понюхай, тебе не кажется, что чистой яичницей пахнет? Ой. Знаешь, вот она прям с каких-то ракурсов, вот просто... Ну, нет, мне больше, наверное, все-таки запеканку. Вот здесь вот прям творог ощущается. По-моему, вообще не ванилином, а именно творогом. Он теплый. Ура! Выглядит как губка, посмотри, он просто как будто бы... Он самый вкусный по вкусу. У него есть сладость и лимон. Лимон, хотела сказать. Это очень прикольно. Но текстуру, согласись, вот перебили, да, муки? Или как ты чувствуешь? Нет, я не чувствую, что перебили муки. Мне кажется, он наиболее идеальный. Но он какой-то желейный. Вот он вот такой... Хотя так и должно быть. Ну так и должно быть. Нет, слушай, знаешь, в чем его главное преимущество? То, что он теплый. Яйца. Ну, яйца они чистые. Нет, вот здесь вот прям правда очень ощущаются яйца. Но кислинка классная. Вообще все как будто какую-то, знаешь, запеканку на манке едим. Типа такие, вот японский коробовый чизкейк. Вот видишь, как надо делать имя себе, мифы вокруг себя создавать, чтобы все хотели попробовать. Так он не создавал, это люди создали. Мы тут сидим такие, чего это, как его, как это готовить, как что. Ну, мы просто взять и с тобой приготовить. Я думаю, кстати, мы уделаем всех. Я теперь... Нет, я не совсем уверена в этом, но попытаться стоит. Давай, что нет. Друзья, как вы думаете, хотите увидеть эксперимент, как мы с Олей будем? Ставьте нам, да. Огонечки, лайки. Огонечки. Оля такая, Оля, сторис просто сейчас видит, сторис нас смотрите, огонечки, реакции быстрые. Поставьте ей, да. Поставьте мне что-нибудь, и мы приготовим. Да, давай пока попробуем фисташку. У меня только вот просто вот все, последняя надежда на него. Но правда, надо уже понимать, что в принципе текстура будет такой же. Вау, ну вообще. Прям он трескается. То ли потому, что очень нежный. Ну, у него почему-то еще вот здесь наверху такие вмятины были. О, ну, кстати, так прикольно выглядит. Угу. Яйца. Почему я взяла фисташковые? Это вот тот индикатор качества, я считаю. Потому что все, говорят, добавляют разную фисташковую пасту. Кто-то делает на муке фисташковый, кто-то добавляет ароматизатор, и его невозможно есть. Поэтому это хороший показатель, вкусно это будет или нет. Как думаешь, подкрашено? Конечно, 100%. Я вот так прям нагло, вот так вот прям, знаешь, снизу, где фисташки были, тебе там тоже осталось. Ну, как бы лимон.
Ну, фисташковый, пожалуй, имеет хотя бы какой-то вкус. Да, это, наверное, самое прикольное. Вкусно, да. Мне нравится. Угу. Кстати, прикольно было бы, если цельные ягоды бы там были, да, внутри. Тоже было бы классно. Но, возможно, он бы опал. Он опал бы точно, конечно. Что, видишь, все фисташки внизу, они тяжелые, масса же там легкая, воздушная. Здесь спасает лимон. Вот лимон дает хоть что-то, потому что первые, да, там они были, ну, совсем базовый вкус, вот, ну, вообще, типа, ничего в нем нет. Здесь вот, ну, самый веселенький. Веселенький, да, ты ешь, вот, понимаешь, красители, все дела, но все равно как-то обманываешь себя, что это фисташка. Но фисташки здесь не чувствуют. Я хочу отметить так, что японский хлопковый чизкейк – это безумно красиво, это эстетично. Но на вкус, вот честно скажу, моя творожная запеканка вот гораздо лучше. Ну вот самый красивый какой? Вот смотри, давай так тебя спрошу, вот ты смотришь первый раз, вот какой тебе хочется попробовать, мы сейчас уже разрезаем. Вот этот. Да, вот прям прикинь. Тебе тоже? При том, что мы такие, типа, вот он опал, он грибочек, но вот хочется попробовать именно вот этот торт. Даже почему? По цвету, да, корочки, он такой, вроде бы казалось темнее, чем вот эти, но вот он какой-то домашний, что ли. Слушай. Да, да, он не стал лучше, как будто бы выигрывает. Он реально самый нервный. Вот я сейчас попробую все, и вкус там у него не было, и все такое. Ребята, так, мне надо еще остальное тоже тогда. Ну давай, по второму кругу. Да, по второму кругу, чтобы... Давай-ка, держи. Так, это второй. Так, сейчас мы, ребят, узнаем правду. Вообще хрень. Без вкуса. Фу, вообще. И вот, кстати, вот что там за ароматизаторами добавляют, я не знаю. Yeah. А последний где? Джамп. А я его съел. Да ты сладкий. Как говорится, пробовать так пробуй, давай. Я, кстати, вот почему мне корка вообще не привлекает? Тебя тоже? Хотя обычно я люблю корочки. Блин, чисто манник. Фу, да. Короче, флаффи. Яйца, да. Флаффи, да. Мы такие сначала, у нас с тобой, да. Невкусно. Флаффи, ребята, да вы делаете просто великолепные вещи. Мы же не знали, как может быть еще. Простите. Мое почтение. Теперь мы понимаем, почему там очереди. Ну, по крайней мере, так говорят, что там очереди надо отстаивать, чтобы ухватить свой горяченький японский чизкейк. Вот его надо пробовать горячим. Я думаю, горячим он вообще бы тебя еще больше удивил. Я, короче, считаю, берем вот этот флаффи, топпинг какой-нибудь, малиновый, клубничный, неважно какой, просто заливаем еще сверху. И все, едим. И даже то, что карамельку дали, да? Да, карамелька вообще, кстати, топ. Да, и он по внешнему виду, если уж на то пошло, идеально. Смотри, как переобулись ты быстро, а? Так, ребят, мы же не знали, что вот так бывает. Ну, наверное, самый невкусный. Я даже не сложно выделить самый невкусный. Вот они как бы... Я бы, наверное, вот этот. Ну, вот они вот два наравне примерно, да? Вот все-таки прям... Этот мне приятнее, даже вот мне, говорю, какой-то чувствуется домашность, что это делал именно для нас. Шеф-кондитер конкретно для нас, под нас. А здесь какой-то такой массовый какой-то, да. Знаешь, там типа, он такой и низенький, типа тут и что-то как-то вот всю шапка вот эта, тут и вообще у него какие-то были сморщенные, да, штуки. Да, да. Неприятно вообще. Прям джапкейк. Сегодня. Ну, знаешь, такой есть такой, открывается люк, и туда все падает, то, что не пошло. Да, вот все, вы туда отправляетесь. А флаффи ничего так. Но я считаю, что может быть еще лучше, я прям уверена. Вот, потому что мы это будет говорим, наш. Конечно, я на 1000% уверена, потому что не уверена в наших силах. Нет, скажи да. Да, ну я уверена в наших силах. Я найду самый популярный рецепт и приготовлю по нему. Пока-пока, ребят. Прямо так резко. Да, давай как-нибудь завершим. До новых встреч. Мы вас любим, целуем, обнимаем. И ждите нас, мы приготовим обязательно сами японский чизкейк. А что получится? То получится. Пока. Спасибо за просмотр. Пока-пока.